Всем привет, меня зовут Раги. Решил я озвучить свой бой, так как некоторые из вас говорили, что лучше озвучить, откомментируя бой, так интереснее смотреть. Не знаю, как получится, у меня прежде опыта не было. Ну, что получится, то получится. Закинул нас на проклятый алтарь, или как он там, я не помню. Играю, конечно, инквизитором не супер, но что-то получается, думаю. Думаю, вот это движение мое было лишним. Но все-таки как-то отвлекло их всех на меня. Команде это поможет, то, что они на меня отвлеклись. Немного ЦП набрал. Сделаем еще одну попытку нападения. Войдем сбоку. Может ли что получится? Первая попытка была неудачной. Как видим, пока что мы ничего не набрали, но команде помогли, думаю, немножко. Видим, то берсерка красного, нужно его ударить. Он как раз был проклят. И это помогло тоже. Добиваем инквизитора. Покраснел. Это хорошо. С Виской, с Фризо легче играется. Он нашу замораживает, надо помочь ей. Добиваем ее. Бежит орк. Берсерк. А нет, это берсерк, берсерк позже был, спрятался. Надо добить его тоже. Так как-то легко прошлась. Точка, бежим на вторую точку. Здесь нужно помочь нашему. Подбиваем немножко, царапаем. Пробегаем. Большинство наших на точке. Но там хил лекает. Так, они втроем заходят. Нужно оторвать хил от них, думаю. Хил падает. Первым будем бить Берса. Он наш справляет все. И так, можно сказать, почти точка взята. Вот этого я не заметил, как там подбил меня. Ну, точку, думаю, уже взяли. Ну и все. Всем спасибо за просмотр.